По меньшей мере 3 человека пострадали в результате стрельбы на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. В числе пострадавших 2 женщины и ребенок. Они доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Подозреваемый предположительно мужчина скрылся. Полиция ведет расследование инцидента. По предварительным данным, стрельбе предшествовала ссора между несколькими мужчинами, один из которых был вооружен. В настоящий момент площадь, на которой произошла стрельба, оцеплена.